Всем привет, друзья! И как вы могли заметить, я немного изменил название своего канала. И теперь видео будут выходить чаще, и они будут исключительно про фингерборд. Так что ж, приступим к обзору самого фингерборда. Дека Китай. 96 мм в длину и 32 мм в ширину. Также на ней наклеена наклейка Дека. И эта дека выполнена из 5 слоев шпона. И также она проявляет себя очень неплохо и имеет хороший щелчок. Далее у нас идут траки. Траки Дека выполнены в хром цвете. На них стоят бушинги самопальные. И они очень хорошо амортизируют. Бушинг делал сам. Как делал, выпущу видео на YouTube-канал. Далее у нас идут колеса. Колеса у меня от фирмы Industry. Это Industry V3 в розовом цвете. Выполнены из полиуретана. Посмотрите, если их сжать, то они сплющатся, но потом вернутся в изначальное положение. Они очень мягкие и имеют хорошее сцепление с поверхностью. Вот, например, если вы поставите фингерборд так, как начнете ехать, то просто так вы его легко не сдвинете с места. Далее они имеют очень хорошее свойство. И это скрип. Послушайте. Вот как они скрипят. И при этом колеса очень качественные. Выполнены из полиуретана и имеют хорошее сцепление с поверхностью. Всем рекомендую. Покупайте. А теперь поговорим про риптейп. А точнее, у меня это не риптейп, а гриптейп. Это скейтерский наждак. Ну, я его просто наклеил на свой ФБ. И он очень хорошо цепляет. Вот, например, я сделаю Олли. Вот, он цепляет просто идеально, так тянет. Ну что же, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!